Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами майнером. Называется Bitcoin Dark, где мы абсолютно без вложений будем майнить криптомонету Bitcoin. Здесь все простенько, как говорится. Регистрация юзерным. Email, пароль, капча, кликаем зарегистрироваться. Здесь нет никаких вкладок. Все предельно просто. Я же кликаю логин, разгадываю капчу и вхожу. Как я уже сказала, абсолютно без вложений. И вот такой простенький кабинет. Вот здесь майнятся мои монетки. Бонус нам дается 500 ГХС при регистрации. И сейчас переведу на русский. Посмотрим вкратце. Значит, ваш пакет VIP бесплатно. Ежедневный процент 5%. Еженедельно, ежемесячно, ежегодно. И вот они, монетки мои, как я сказала, майнятся. И ежедневный доход 2019 биткоин сатох, еженедельный доход 14136 и ежемесячный. Вот. Что у нас тут еще? Значит, наша приборная панель, то есть кабинет. Депозит нам не надо. Если вы будете вкладывать, то вкладываете на свой страх и риск. И минималка здесь 50 тысяч. Ну и тут адрес. Я сказала, без вложений. Даст вывести? Замечательно. Не даст? Мы ничего не теряем. И минималка здесь на вывод у нас. Значит, что у нас здесь? Биткоин. Сеть биткоин. Кошелек. Количество. И минимальный вывод у нас выходит 10 тысяч биткоин сатош. И если мы вернемся на домашнюю страничку, за неделю мы можем набрать минималку. Я зашла сюда вчера. Вот. Далее. За неделю набираем минималку и ставим на вывод. Далее направление. Здесь у нас реферальная ссылочка. Вот она. Можно так скопировать. Готово. И делиться с друзьями, приглашать партнеров или так скопировать. Это уже как хотите. Настройки. Ну а здесь как бы ничего такого нет. А кошелек, наверное, надо будет прописать. Вот. И выводить, скорее всего, на прямой кошелек. Не на Faucet Pay, а на прямой кошелек. Понимаем это. Прописываем кошелек, как бы. Сюда пароль прописываем, повторяем пароль. И все, наверное. Разобраться здесь не составит труда. Все простенько и понятно. Согласитесь, неплохо. Работаем. За неделю набираем минималку. Даст вывести? Супер. Не даст? Ну и все, в топку его. Провались он тогда. Вот. Кому интересно, заходите, пробуйте. Но неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.